Я бы не стал называть героями тех людей, которые воюют. Скорее, герои — это те люди, которые делают так, чтобы конфликта не состоялось. Вот. И в данный момент я бы не стал называть кого-то героями. Я хотел бы, чтобы скорее эта война закончилась, и те, кто будут стоять у разрешения этого конфликта, вот они и есть настоящие герои.